Копів затримали колеги з управління внутрішньої безпеки. Викриті поліцейські вилучили у водія документи та вимагали хабар за їхнє повернення. Справу копів-хабарників вестиме прокуратура. Нами длительный период времени, на протяжении 2-3 месяцев, документировалась деятельность патрульных, которые упали в поле зрения совместно с патрульной полицией, задержали на горячем двух сотрудников патрульной полиции. Один из них бывший сотрудник внутренних дел, то есть ранее работал в правоохранительной системе. Конечно, прискорбный факт, но лучше так, лучше очистить так наши лавы, нежели что-то скрывать и тому подобное.